Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников, их автобиографии. Мануэль Гарсия Испалетта, первоначальный Мануэль Гарсия и Мартинес. Испанский художник известен своими портретами и костюмированными сценами. Во многих источниках он упоминается как Мануэль Гарсия и Гарсия. Но девичья фамилия его матери, по-видимому, была Мартин. Родился 22 ноября 1836 года в Севилье. Отец занимался импортом. В 1847 году, в возрасте 11 лет, он начал посещать занятия в настоящей Академии изящных искусств Санта-Исабель де Хунгрия. Его старший брат Рафаэль также учился там. Его брат умер в возрасте 22 лет. В 1854 году он переехал в Мадрид, чтобы продолжить учебу в Эскула де Санта Каталина, вспомогательной школе Реальной Академии Изящных Искусств Сан-Фернандо. Я пользуюсь переводной Википедией. Начиная с 1860 года стал постоянным участником национальной выставки изобразительных искусств и демонстрировался там до 1895 года. Некоторые из его работ были отмечены медалями. В 1871 году он также был награжден орденом Карла III. В 1872 вернулся в Севилью, где черпал вдохновение в костюмах Андалусии. Два года спустя он вернулся в Мадрид, познакомился с эсперанцей Ромеро Кабрера. Они поженились в базилике Сант-Мигель. У них было трое детей, один из которых умер в младенчестве. Был основателем общества акварелистов, посещал их ежегодные выставки. В течение многих лет он был профессором школы искусств и официоза. Также работал над реставрационными проектами в музее Прадо, создал несколько литографий. Умер 26 декабря 1898 года в Мадриде. Вот так вкратце из переводной Википедии о испанском художнике Мануэль Гарсия Испалетта. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.